всех приветствую, друзья. Меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас очередная новая фигурка на обзоре. Сегодня у нас на обзоре Crysis. Crysis из второй части, собственно. Фирма NECA. Год примерно 2009, где-то так вышла игра. И фигурка представляет собой вот такого вот персонажа, собственно, главного героя в нано-костюме. В игру я, к сожалению, не играл ни в одну, но купил, потому что мне нравится эта игра, и когда-нибудь все-таки я ее пройду все части. Вот так вот. Высота фигурки примерно 18 сантиметров, и она имеет также аксессуар в виде вот такого вот автомата. Точно тоже назвать не могу, что за автомат, но в игре, видимо, он был. Фигурка довольно-таки классная, имеет множество точек артикуляции, с которыми мы чуть позже ознакомимся. А теперь, друзья, давайте рассмотрим ее более детально. Ну что, друзья, вот такая вот фигурка была у нас сегодня на обзоре. Всем добра, удачи. В следующих выпусках встретимся вновь с новыми, более классными фигурками. До встречи, друзья.